по игре. Хорошая игра была, как с одной стороны, так и с другой. И такая, можно сказать, напряженная. До последней секунды решалась победа, можно сказать, одной шайбы. И хорошо, что нам повезло. Коллеги, вопросы? Захар, почувствовали, наверное, в концовке, да, что Омск немножко подсел? Ну да, может так, потому что мы много атаковали, сегодня давили, и была такая задача прессинговать, и, можно сказать, это, видать, и сказалось на них, они подустали где-то и совершили эту ошибку. В первом игровом отрезке выглядели чуть, ну, как-то неуверенно, что ли, потом сумели добавить, за счет чего? Что подкорректировали? Ну, не знаю, мы играем, стараемся играть по установке тренера, и, как он говорит, стараемся выполнять, потому что если не выполнять, и обычно у нас происходит... понятные ситуации, поэтому старались выполнять и прессинговали, давили, и принесло свой результат. Как сегодня играл с Филиппом еще в каком? Быстро нашли взаимодействие? Да надо с любым партнером уметь играть, потому что ну, Филипп долго не играл, и старались ему помочь, да, где тяжело было ему. Ничего, команда помогла, вратарь помог, и хорошо справились. Захар, послезавтра у игры Владимировича день рождения. Планируете ли подарок преподнести в виде победы в серии? Да, конечно, будем стараться не только поэтому, потому что надо заканчивать серию. И не хочется затягивать до 7-го матча. Хочется побольше отдохнуть, потому что игры тяжелые, нужны силы. Авангарду терять нечего. Каким будет соперник следующий? Да я думаю. Да, они особо менять нечего, они играют свой такой комбинационный хоккей, техничный. Нам главное играть свой хоккей и также давить, и прессинговать, и побольше бросать, лезть на ворота, и, я думаю, это принесет свой результат. По одному удалению сегодня у команд было в матче. Это судьи так сегодня были, ну, не давали удаления, или все же так играли аккуратно команды? Ну, я думаю, можно было еще где-то пару раз дать, но судьи не дали. И дать понимали, что игра напряженная и не хотели решать игру где-то вот этим удалением лишним. И, ну и, конечно, команды, наверное, старались более дисциплинированно играть, потому что цена ошибки высока была. Сегодня очень много было ударов по ворот, а реализованных голов всего 3, получается. Что у вас не получалось? Ну, что не получалось? Может, у вратарей получалось, и поэтому они хорошо играли сегодня, я считаю. Игра вратарей была. И, ну, нам, говорю, чуть-чуть в конце повезло, мы дожали все-таки, такие трудовые голы заковыряли, можно так сказать. Мыслями, наверное, уже были в овертайме? Да, не сказать, не думали на будущее, играли вот здесь сейчас, и надо было побеждать, потому что мы видели, что мы их дожимаем и играли вот в этот хоккей.